Гидравлические испытания коммуникации, устранение дефектов, опрессовка на центральных тепловых пунктах. Все это этапы подготовки к отопительному сезону. За время летней ремонтной кампании в этом году обновят порядка 7 километров трубопроводов. Сейчас в работе 11 участков на улицах 12 сентября, Промышленной, Шоумова, Лихачева и Маяковского. На 5 участках технологическая часть по трубопроводу уже завершена. Сейчас приступаем к благоустроительным работам. Если говорим про конкретный участок на улице Маяковского, тоже технологическая часть работы завершена, остаются работы по благоустройству. Уже приступили к отсыпке в нижней части участка отсыпка канала. На данном этапе коммунальная инфраструктура Ульяновска готова к зиме на 64%. В ходе гидравлических испытаний на теплосетях выявлено 348 повреждений, 295 из которых устранены. Самый высокий процент выполненных работ достигнут по ремонту котлов, трансформаторных подстанций и линий электропередач. Ведем подготовку вспомогательного оборудования на котельных. Из запланированных 3 котлов произведен капитальный ремонт 2. Это на котельной Боротаевка и ЮРК. В планах провести капитальный ремонт на моторном заводе 1 из котлов. В первую очередь ремонтируют участки, влияющие на подачу горячей воды, и также в фокусе внимания объекты образования, культуры и спорта. На них работы ведутся с опережением графика. Представителями Ростехнадзора во взаимодействии с управлением жилищно-коммунального хозяйства проводятся предварительные оценки готовности ресурсоснабжающих организаций. По замечаниям, которые в процессе происходят, эти предприятия начинают тут же работу с последующим предоставлением информации об их устранении. К вопросу подходят комплексно. После ремонта тепловых магистралей специалисты приступают к благоустройству. В течение последних 5 лет ресурсоснабжающая компания занимается переносом воздушных теплотрасс под землю с целью улучшения облика города. Подготовительный процесс к запуску теплоносителя планируют завершить до 1 сентября.